Сегодня мы приехали в Стаханов. Сейчас мы находимся здесь, в Стаханове, чтобы снять фильм о Стахановском коксохимзаводе. Этот фильм абсолютно любительский. Мы не получали деньги за его съемку. Это не пропаганда политическая. Это просто, скорее даже, я бы назвал это экскурсом в историю. На съемку этого фильма мы не потратили практически ни копейки. То есть мы снимаем на любительскую камеру, которую, ну, я, к сожалению, не могу ее вам показать, потому что она не может снимать сама себя. Мы потратили деньги только на билет. На билет на автобус, чтобы попасть сюда. И сейчас мы, вот, собственно, ездим по городу на автотранспорте Сергея Титова, который нам рассказывает все, что здесь произошло. Видео снято на цифру, монтируем мы его в домашних условиях, поэтому будет дрожание камеры и так далее. То есть, ну, к сожалению, да, мы не профессионалы, у нас нет крутого оборудования, мы просто хотим рассказать эту историю, чтобы как можно больше людей знало о том, что происходит в Стаханове. В прошлом Стаханов имел мощный промышленный потенциал, но в 90-х городу не повезло. По решению властей закрылись все шахты, из-за чего население осталось без работы и город погрузился в депрессию. На оставшееся производство положили глаз местные чиновники. В 98 году область возглавил Александр Ефремов, которому приглянулся Стахановский коксохимический завод. В течение нескольких лет его коммерческие структуры вогнали завод в долги и обанкротили. Оборудование сдали в металлолом. Сейчас на месте завода пустыня. Можно оставлять для фильма ужасов, чтобы снимали. Ровно 100 лет вот это простояло. 100 лет, да? Да, вот у меня, я работал начальником углеподготовки, это вот чуть-чуть дальше, вот здесь развалины, ну, уже и с лица земли все стерто. У меня была надпись над 1896 год. В 1996 году, ровно через 100 лет, погасили коксовые батареи. Вот все, что осталось. Вот через 100 лет, вот 100 лет поработало, и на том все кончилось. И мы все прибрали. Вот это вот третья-четвертая батарея, кстати, дома у меня есть эти документы, в принципе, можно продать кому-нибудь, японцам или еще кому-нибудь. Отец мой, Царство ему небесное. Вот это они спроектировали, это изобретение, оно зафиксировано везде, есть документы. Обычно коксовая батарея строится годами, 5-6 лет. Эти были построены за один год и начали работать. Так что, видите, ну, ничего не осталось. Вот видите, ямы. Вместо борова, ну там боров видите, трубу убрали, ну ничего нет. Все, что могли, то разобрали. Так что вот так потихонечку и город с лица земли, наверное, сойдет. А расскажите вот еще вот этот сам процесс, как когда Ефремов вызывал вас, по вашим словам, да, к себе в кабинет и заставлял заниматься покупкой газа именно у его компании. Как это было? Ну вот смотрите, в 98 году весной весной, в марте, наверное, месяце или в апреле, меня назначили директором завода этого. Кстати, там я прочитал после той нашей статьи, в какой-то статье, может даже на сайте Остров, не знаю, где Александр Сергеевич говорит, что, мол, типа, завод перешел ему, то бишь мне, в наследство от отца, который был тут директором, и я его потом порезал в металлолом. Ну, на всякий случай. Отец мой, Царство Небесное, ушел на пенсию в 1990 году, а я на этом заводе стал директором в 1998 году. Если кто умеет считать, то это через 8 лет, аж после того, какое наследство. А первые проявления о вырезке металлолома здесь появились в 2000 году, когда я уже работал в бизнесе и близко к заводу отношения не имел. А что касаемо по газу, когда в 98 году весной мы пришли на завод со своей командой, с новой, ну, довольно-таки молодые люди, нам по 40 лет там было. Коксовый цех уже не работал, он был остановленный. И у нас оставалось термоцех в городе Брянке, который делал электродный термоантрацит для цветной металлургии. И смолоперерабатывающий цех здесь, в Стаханове, который электродный ПЕК, выпускная, основная продукция, электродный ПЕК. Это все, в принципе, применяется в серосплавной промышленности и в цветной металлургии. Для плавки первичного алюминия с этого делают электроды. Ну и все стоит, долги по газу какие-то определенные, $1,200,000, говорят тогда. Ну так, рассказывают, было. Ну мы начали ездить по Киевам, по всем на свете, заключить с кем-то газ. Газ нам категорически запрещается. Откуда-нибудь привозить какие-нибудь контракты, только Луганский зоофонд. Ну, Ефремов постольку-поскольку на нас воздействовал, там зонют у них был такой, тот
крутой, конечно, мужик, зам какой-то он был у Ефремова, который кричал открытым текстом, не скрываючи, на всех совещаниях и на всем на свете: нет, этого быть не может, ни у кого газ вы брать не имеете права, только у зауфонда. Ну как же у зауфонда, если $85 нам они предлагают за газ, а в Киеве нам его предлагают по 45, по 48, по 50, нет, только у зауфонда, и все. Ну вот таким образом. Потом здесь появился зауфонд, наблюдатели ихние. Потом потихонечку всех отсюда изжили. Разломали в Брянке уникальный. Такого цеха не было на Украине. Термоантрацитовый цех, который у нас был в городе Брянке. Разломали тот и доблестно прибрали к рукам смолоперерабатывающий цех. Ну, на том все и кончилось. Потом, как всегда, не хватило, наверное, скажем так, знаний, ума. Не знаю, чего у них не хватило. Он херел-херел. Смолоперегонный цех. Они его продали кому-то, горловчанам. И слава богу, пу-пу-пу, на сегодняшний день ритмично работает, хоть этот цех, он теперь называется заводом у других людей. Ну, те, которые умеют. Выпускаются, хоть рабочие места есть, люди работают, выпускаются промышленность. Вот такая. Я что хочу сказать, нет, ну видите, в моей голове, например, не укладывается. Ну как, губернатор области на тот момент может быть учредителем частной структуры, ну документы, это же ни для кого не секрет, учредителем частной структуры, которая, собственно говоря, уничтожает, ну, область таким образом, такой ценовой политикой. Ну так же нельзя. Ну что, вы сами видите, что приключилось от доблестной работы зауфонда и всего остального. И это, я же думаю, не один город Стаханов, где побывали, там, наверное, то же самое везде. Шахт нет, заводов нет. Ну, мы как-то до пенсии доживем. А вот что будут делать молодые, я, если честно, смутно представляю. Это была моя углеподготовка. Вот, нет, это мой цех. Вот это была углеподготовка. Там, где мы из 4 марок углей приготавливали, смешивали в определенной пропорции, делали шахту для того, чтобы она подавалась сюда, в коксовые батареи, для коксования, и отсюда получался кокс. Да. Ни углеподготовки, ни коксовых батарей. Ни углеподготовки, ни коксовых батарей, ничего нет. Это просто страшно. Вся беда вот в чем. Там от химцеха были всевозможные, ну скажем так, ну 100 лет, ну представляете, 100 лет. Тут же внизу был химцех, химический цех, вот примерно на том месте. И всякая всячина, химия, там накапливалась. И вот этот отстойник, который вы видели, это там не просто вода какая-то красная, там что-то связано еще и с химией, с определенной. Ну смотря что улетучилось, а что осталось, так что... А кому вообще принадлежит эта территория? В данном случае городу принадлежит. Но здесь же, понимаете, что самое интересное? Ну, угробили вы завод. Ну, сделайте хотя бы рекультивацию. Ну, хоть на место же все приведите. Ну, куда же это? Вот так, не дай бог, ночью сюда попасть. Ну, упадешь туда, еще от тебя останется. Ничего, убьешься тупо. Ну, куда такая дела? Ну, блядь, ну это ж невыносимо. Я вижу, что это место уже бомжей оккупировало. Все может быть. Ну, скорее, это мусор. Прикинь, или мусорник. Тут же нет укрытия от ветра, от дождя нет. Все четыре шахты, которые были, все четыре закрыли, даже там, где Алексей Стаханов, который прославил этот город и эту страну, и ту закрыли. Самую первую, что самое интересное. И на том все кончилось. Шахты в Стаханове нет ни одной. По рассказам, вокруг Стаханова, Копанок и Рвов, неимоверные масштабы сколько. Ну, я не ездил, но по рассказам здесь страшно, что делается. Ну, это я видел в интернете. А кто держит их, кто крышует, не знаете? Представления не имею. Ну как? Ну, давайте мы сейчас с вами возьмем экскаватор, пойдем рыть что-нибудь. Я уже не говорю уголь. Сколько мы с вами порубим? 10 минут, 15 от силы, да? Тут милиция будет у нас, все тут будут. И будем мы под белые рученьки куда-нибудь сопровождены. Так, нет? Так. Да, так что весело. Ну, ребят, я же говорю, ну, вы вдумайтесь, почти 100-тысячный город, в котором нет ни одной котельной, закрыли. Закрыли все котельные отопительные, все. Что будет делать народ, я не знаю. Вот
Вот здесь на самом-то деле я очень жаль, что забросили это место, потому что здесь прекрасная площадка для того, чтобы проводила партия регионов какие-нибудь массовые мероприятия, молодежные слеты. Вот посмотрите, есть практически селигер, вот озеро. Это же можно здесь, например, молодые регионы собирать и устраивать здесь какие-нибудь пикники, петь веселые песни. Как в России. Это же счастье на самом деле, что мы живем в таком замечательном месте, что у нас столько просторов вокруг, такие есть классные декорации. Нам есть чему учить нашу молодежь. Козацькій країні, по усій Україні є велика сила, що єднає в цей час всіх за краще майбутнє, за кохання і квіти, за добробут у сім'ях, регіони за нас. Партія регіонів, партія регіонів, дух добра плекає. Держава, з нами сонце і небо, України народ, з нами голуби миру, християнська віра, з регіонами щиро ми до щастя йдемо. Партія регіонів, партія регіонів, дух добра плекає. Этой планеты на этом месте завода не будет. Уже никто его не сделает никогда. Поломать легко, а обратно сделать ничего уже не будет. Я представляю. Сейчас ради интереса спустимся вниз, посмотрим, хоть завода управления наше осталось или нет. А вот этот поселок, тут люди живут, а чем они сейчас занимаются? Вот они раньше, так понимаю, на заводе все работали? Все работали. Ну вот теперь кто чем занимается, кто где. Кормилица нету, ну и где придется. Так у нас работы-то по большому счету откуда? Угу. У нас-то ее по большому счету и нет. Наш стоит, вот это был клуб у нас, ну, в смысле и есть. Mm-hmm. Вот, ну, он с забитыми окнами продали, весь, да, получается. Ага, окнами. Вот он. Все на свете. А завода управления, опа-на, нету ничего. Вот они, вот они это развалины. Оно было, да? Да, это наше завода управления было, елки-палки. Можно тормознуть, я поснимаю сейчас. Конечно. Это было наше заводоуправление, двухэтажное, красивое и хорошее, но, к сожалению, тоже ничего. Ну, странно, ведь здание можно было бы даже, ну, как-то приспособить, если завод не нужен, можно было, конечно, хотя бы здание продать. Да, даже если не продать, ну, тупо отдать, чем ломать, ну, зачем сказать, ну, да, бери за просто так, правильно? Ну, зачем ломать? Вот тут у нас была лаборатория, центральная заводская, ну, тоже уже ничего нет. Все разломано. Да. Давно я здесь не был и лучше б не приезжал. Одни деревья остались. Как вот они росли,
так и растут. Ужас. Я выбираю партию регионов. От стабильности к благополучию. Здрасте. Здрасте. Это бывшие работники коксохимзавода. Вы с какой-то компанией агитационной? Нет. Мы снимаем документальный фильм про ваш коксохимзавод. Про вас коксохимзавод. Рассказываю. Цахановский коксохимический завод. Вы там были? Да, только это что. Это последний директор этого завода. Предпоследний. Знаете, да? Ну, взятый уже еще какой-то был. Предпоследний. Кто Ох, извините. Да вы говорите ничего. Ну, там есть. Мы то, что надо, уберем. Ну, Зябрев — это уже бандит, вор. Ты ж от коммунистической партии был директором. А то все распиздяй. Я работал тут начальником участка. Значит, нас связывала работа всех. Вот этого товарища, вот этого, всем из химзавода. И наш дорогой, многоуважаемый Александр Сергеевич Ефремов, сейчас пятый номер партии региона, один из первых бандитов, который уничтожил вот этого предприятия. Шахту «Лис» и всю промышленность коксохимическую и угольную города Стаханова. Есть у вас документы? Нету. Значит, ищите. А я вам говорю то, что меня. Я работал со Смолянки. Приехала. Как-то его банда первая называется. Стал фонд. Фонд. Приехали, и меня с кабинета выкинули, баба тут какая-то, и разговаривать с нами не стали. И нам ничего, ни копеечки денег нам не дали, ни по этим делам тем еще государственным, значит, должны нас предупредить за какой-то определенный срок. Ничего этого нам не сделали. И все люди по сегодняшний день, те, которые работали вот на моем участке, ни одной копеечки денег не получили. И все это еще ушло в забытие в 1996 году. Это значит, сейчас 12 и 4, 16 лет. Это именно Ефремова, да, были структуры? Фонд — это он организатор этого его фонда. Он собрал тут и тут определенную компанию, которая, значит, купили вот это Смолянка. Вы были на Смолянке, знаете? Ну, в цеху в этом нет, еще не было. Это, ну, отдельная часть бывшего завода. Они купили его там где-то в пределах 1500-2000 гривен. Что это за деньги? Там такие аппараты, значит, для смолоразгонки и прочее все. Вся структура, они ее купили за бесценок. Это я буду голосовать за них, сразу говорю, за партию регионов, потому что он делали и делает очень много для государства, для Украины. Но там такие бандиты, которые вот начинали ломать нашу хозяйственную деятельность, которая была при советской власти. А, то есть вы все равно будете голосовать за Ефремова? Не, за Ефремова я не буду, я за партию голосую. Ну, он же в партии. Ну, так в партии много людей. Он не играет роль, он нажился. Понимаете, он сейчас плывет по течению вместе со всеми в этой паре. Если я что-то соврал, я говорю чисто сердечно, но буду голосовать за них. А вот эти бандиты, Яценюк, там Луценко, Тимошенко, ну это ж, это беспредел. Они же государства такие. Но они же завод не развалили ваш. Так они еще больше сделали хуже для государства, чем вот этот завод сделан. Завод — это по сравнению копеечки. Они там украли, ну что вы взрослые люди, они миллиарды украли. Тянет, блядь, тебе ж никто не это, да? Ну да. Ты говоришь, и тут же ты говоришь, я буду голосовать за партию регионов. Как так можно? Технология. Загадочная. И после всего, да? После вот этих дорог. Ну, я не знаю, да, как, чем надо пронять этих людей и что должно случиться вообще, чтобы они поменяли свое мнение, наконец-то. Да. Александр Ефремов в своем интервью, которое он давал сайту «Остров», для которого я писал вот статью по поводу этого завода, дал комментарий по поводу тех слов, которые сказал сегодня нам Сергей Титов. Ефремов сказал, что буквально следующее. По данному случаю я могу пояснить. Сергей Титов – это сын руководителя предприятия, который по наследству получил свою должность. Доруководился до такой степени, что стал резать его на металлолом. То есть, по сути, Ефремов обвинил в том, что произошло с заводом, самого Сергея Титова. Однако, свои слова Ефремов ничем не подкрепил. Это были просто слова. А вот Сергей Титов предоставил нам целую папку с документами, где помещены и заявления в прокуратуру, и переписка ЗАО-фонд, вот, пожалуйста, да, то есть, который возглавлял, ну, учредителем которого был Ефремов, возглавлял его человек. И здесь сказано о том, что ЗАО-фонд, например, не разрешал заводу покупать газ по приемлемой для него цене,
А вот, например, подписи работников этого завода. Подписи работников, которые писали и на телеканал Интер, они попросили приехать в программу «Энный километр» к ним. И писали они и в прокуратуру, и писали даже президенту тогдашнему кучу. Вот, пожалуйста. То есть коллектив завода – это несколько сотен человек, которые писали и просили их защитить от произвола компании «Зоофонд». Вот Брянка, Стаханов, то есть, да, как бы... И все они в один голос подтверждают, что именно структура Александра Ефремова довела их Стахановский коксохимический завод до того состояния, в котором мы его сегодня с вами имели возможность наблюдать. После назначения губернатором Луганщины Александра Ефремова монополистом по поставкам газа на государственные предприятия области стала компания «Зоофонд», учредителем которой был сам Ефремов, а также его деловые партнеры. Покупать газ у других поставщиков запрещалось. Цены на топливо фонд завысил несколько раз, и многие предприятия ее попросту не потянули. Стахановский коксохим стал работать в убыток и быстро влез в долги. «Зоофонд» обязала предприятия отрабатывать деньги и брать сырье для переработки в счет оплаты задолженности. При этом сотрудничать с другими поставщиками запрещалось, что следует из этого документа. Директор Титов пытался спасти завод и убеждал «Зоофонд», что сотрудничество с другими поставщиками может загрузить производство и помочь заводу погасить долг. Но кредиторы были непреклонны. Ефремов сделал все, чтобы завод не смог рассчитаться и был объявлен банкротом. В результате всех этих махинаций искусственно загнанный в долги коксохим обанкротился и был продан с аукциона своему кредитору «Зоофонд». Так Ефремов получил завод под свой полный контроль. Наиболее рентабельный его цех остался работать. Остальное порезали на металлолом и вывезли в начале 2000-х годов. Как раз то время, которое в партии регионов сегодня называют чуть ли не эталоном стабильности перед приходом оранжевой чумы. О том, как выглядит стабильность в Стаханове, мы увидели своими глазами. Это страшно. Но еще более страшно то, что могильщики луганской промышленности до сих пор не наказаны и продолжают хоронить остатки народного благополучия.